Мы вас очень ждем. А чтобы понять наши услуги, нужно прийти и попробовать. Ждем вас в гости. Торговый центр, да. С левой стороны вы найдете дверь. На втором этаже находится наша парикмахерская. Доброго дня, жители Мамулина, микрорайона Мичуринский, Брусилово. У нас открылся салон, не салон, парикмахерская, в районе Мичуринский, в торговом центре, да. Работаем мы с 10 до 19, с понедельника по пятницу, суббота, воскресенье, с 10 до 17. Если, конечно, кому-то нужно и у кого-то не получается по времени, то мы обязательно задержимся ради вас. Что мы предоставляем? Мы предоставляем спектр услуг: парикмахерская, мужские стрижки, детские стрижки, женское окрашивание, милирование, тонирование. Все мастера высшего класса. Также у нас есть маникюр, гель-лак, шеллак, аппаратный маникюр. В дальнейшем у нас будет еще и педикюр. Находимся мы вслед за другую руку. Город Тверь, улица Оснобрюкская, 12, корпус 1. Это торговый центр, да, который находится на территории Мичуринского жилого комплекса. Он здесь единственный торговый центр. Поэтому ждем вас всех по записи, по номеру телефона 8 952 062 37 07. Мы вас очень ждем. Хочу вас познакомить с нашим маленьким детищем парикмахерской, вот, где мы будем обслуживать вас. И уже у нас есть клиенты с Мичуринского, также с Мамулина к нам приходят, с Брусилова. Качество услуг у нас выше. Здесь у нас принимает мастер маникюра. Здесь вы можете сделать себе стрижку, покраситься. В связи с тем, что в нашей стране и во всем мире сейчас коронавирус, мы соблюдаем дистанцию, мы работаем в масках, у нас все обработано, обрабатывается после каждого клиента все кресла, все столы, руки. То есть мы соблюдаем полностью санпин. Сейчас я вам продемонстрирую, как у нас проходит процедура аппаратного маникюра. Вот ко мне пришла сейчас клиентка, и я на ней вам хочу показать, как это и что это делать. Все у нас материалы стерилизуются, то есть проходят обработку, все по санпину. Вот таким образом я начинаю работать. Готовим все инструменты. Здравствуйте, даем мне ручки. Угу. Я тебе обрабатываем. Угу. Все материалы у нас одноразовые, вплоть до пилочек, до всего. Материалы люксовые. Мы работаем на Nano Professional, на Гратоле, Гратола, Уна. Ну, стоп, все это у нас на высшем уровне. Угу. 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 Ничего страшного. Mm-hmm.
Работаем мы одноразовыми пилками. Для каждого клиента у нас одноразовые инструменты. В формате так. Мы с вами делаем квадрат, да? Закругленный. Угу. Мягкий квадрат. Угу. 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 А кто ручку? Угу. Ну, придется нам их сделать все одинаковые. Вот под этот пальчик. Не больно? Приятно. Сейчас я вам отпилю и покажу форму, под которой мы будем делать эту ручку. Расслабляем. Сейчас мы моей клиентке делаем форму ногтей, так как маникюра давно не было, да, уже? Мы сейчас сделаем форму. После этого мы будем работать аппаратом. Ну, а там уже, если нужно будет обрезание инструментом, то будем обрезать. Если можно будет отшлифовать только кутикулу, то мы ее отшлифуем. То есть я за то, чтобы минимально работать инструментами, только работать аппаратом, так как кутикула менее после аппарата не растет. И маникюр носится намного дольше, нежели когда мы делаем обрезной маникюр. Поэтому мы вот используем аппарат. Аппаратный маникюр, аппаратный педикюр. Смотрим. Угу. Берем эту ручку. Угу. Угу. Все ноготочки мы делаем под одну длину. Угу. Здесь ручки не покрыты, натуральный ноготь, поэтому я работаю пилочкой с грифом 180 на 100. Обрабатываю ногти. Мы делаем мягкий квадрат. Форму можно делать разную, и миндалевидную. Все зависит от ногтя. Также можно укрепить ногти акригелем, который сейчас на рынке один из первых в индустрии маникюра, педикюра. После мы выберем цвет. Очень много у нас цветов, которые мы сейчас будем выбирать, чтобы в дальнейшем не терять время. Вот сейчас я допилю вам, и вы будете уже как сидеть выбирать.
можно приходить с семьей, привели мужа. Пока мужу делают стрижку, жена может сесть и привести руки в порядок, отдохнуть в свой выходной. Вот. Прием идет по предварительной записи по адресу Оснобрюкская, дом 12, корпус 1. Телефон я вам укажу в конце. Так, оплата картами, оплата наличными. Все как удобно клиенту. Чай, кофе. Также делают стрижки и прически для девочек и мальчиков. В дальнейшем планируем сделать кабинет эпиляции. В общем, весь спектр услуг. Вот так вот. Вот клиентка захотела форму мягкий квадрат, мы ей практически уже заканчиваем. Вот, если у вас есть покрытие, мы его также снимем аппаратом. Не расслабляйте руку. Сейчас у нас действует акция для новых клиентов. У нас маникюр аппаратный стоит 700 рублей. Для пенсионеров у нас существуют скидки. Для пенсионеров у нас стоит маникюр с покрытием 500 рублей. Мы там ждем вас. Приходите. Угу. Мы сделали форму. Посмотрите, как вам. Угу. Сейчас я буду работать с кутикулой. Все это мы уберем перед покрытием гель-лаком. Угу. И доработаем. Все инструменты, опять же, я хочу заметить, все стерильные. Под каждого клиента подбирается свой набор, то есть это не один набор. Вот, если у вас сухая кутикула, это тоже мы сделаем. Уберем. Все достаточно быстро и комфортно. Не больно? Приятно. Так вот мы отодвигаем кутикулу перед аппаратом. Все очень аккуратно. Угу. Так, 4 числа у нас выходной, по-моему, да, 4 ноября? Ну, в стране, да? А салоны работают? Салоны работают, да. Все праздники, все, опять же, я говорю, несмотря на то, что наш график
с 10 до 7 мы можем остаться чуть позже, если это покраска, если это клиенту неудобно в это время. То есть можем продлить, все это решается. Также выходные, если вам нужно в 6, в 7, мы всегда останемся и вас встретим. Угу. Вот здесь очень налипшая кутикула, поэтому мы ее убираем медленно, аккуратно, чтобы клиенту было хорошо, максимально комфортно. И чтобы очень чисто вычистить весь птеригий. Я открыла карманы с кутикулы, которые буду обрабатывать дальнейшим аппаратом. Эту ручку убираем пока, готовим. Работаю сразу в 10 пальцев, потому как это намного и комфортнее, и приятнее. И клиент все видит, сидит, может посмотреть, чисто, не чисто. Сделать замечание, если что-то ему не нравится, и мы обязательно поработаем, потому что не всегда согласны и мы, и там для нас всегда клиент прав. Поэтому мы максимально выкладываемся для вас, стараемся перед процедурой выявляем вашу потребность, чтобы не было ни вам дискомфортно, ни нам неприятно. Поэтому как-то так вот у нас. Также фрезы все тоже обрабатываются для машинки. Я же тебе говорила, что надо это маникюр сделать. Так. Угу. Не больно? Также, если в маске вы чуть-чуть вам не дискомфортно, можно чуть-чуть опустить ее. Да, и не обязательно. Это все у нас обрабатывается. У нас есть специальное оборудование, которое стерилизует помещение небольшое. Все соблюдается. Процедура. Это уже третий этап после формы. Мы отодвинули кутикулу от ногтевой пластины. Сейчас я прорабатываю фрезой, чтобы весь птеригий от ногтевой пластины убрать максимально. Почему я это делаю? Потому как, когда вы кладете материал на ногтевую пластину, и если что-то останется, то, конечно же, он у вас в дальнейшем поведет так, как приходит иногда клиент и говорит, у меня на второй день материал скололся, либо вообще слез. Вот. Это по причине того, что бывает, мастера не замечают и оставляют птеригель, который, конечно же, никак не делает никакой сцепки с ногтевой пластиной. И отпадает. Вот. Бывает. Вот. Бывает просто не очень качественный материал с Алиэкспресса. У нас не с Алиэкспресса, у нас очень хороший
материал люксовый Nano Professional. Вот это Германия. Вот такие вот. Клиенты ездили с тенцы небольшие. Также мы сейчас обработаем аппаратом, чтобы в дальнейшем они не появлялись. Так работаем. Аппаратом работаем. Одноразовыми щеточками. Очень много в воде находитесь, прям это чувствуется, руки в воде постоянно. Сейчас все сделаем красиво. Все, уже уборка изменилась. Освобождаем сейчас ногти за счет того, что мы освобождаем опять же от тереги, от кутикулы, они быстрее растут и здоровее. То есть эту процедуру я рекомендую делать раз в 3, раз в 4 недели. Вот опять же, цена сейчас небольшая. Я думаю, мы ее не будем поднимать до Нового года, а может быть и после Нового года. Опять же, все зависит от курса доллара, от того, сколько будут стоить материалы. Для людей, для женщин 700 рублей, для пенсионеров, опять же, у нас есть скидка. Это будет стоить 500 рублей. Делаем все в натяг, чтобы не порвать кутикулу. Тот, кто понимает, меня поймет. Сначала обрабатывается одна сторона, потом обрабатывается вторая сторона. Опять же, работаем 10 пальцев, чтобы это было максимально быстро. Процедура занимает, ну, прям если перфекционизмом заниматься, то это будет 2,20. Если вам очень быстро нужно, то это также будет стоить, кстати, как и для пенсионеров, 500 рублей, если это быстро. Потому что если быстро, то это не всегда качественно, и либо это, конечно, я стараюсь, но я не люблю работать быстро. Поэтому если вы уходите, предупреждаете своих мужей, жен, что процедура длится маникюра 2 часа. 2 часа с покрытием. Не больно вам? Нет. Что-то там сложно. Угу. Следующую ручку. Угу. Угу. Я не всегда начинаю с мизинчика, с указательного, но когда ручки уже обработаны, уже этап третий, можно уже с мизинчика. То есть я уже знаю ручки, какие они, как они себя поведут, потому как приходят клиентки, у них вообще очень-очень кутикула настолько тоненькая, что прям вот если заденешь, сразу начинает кровоточить. Все у нас для этого есть, бывают такие моменты, но очень редко. Вот, специальные фрезы для людей, у кого рядом расположены капилляры с кутикулой, есть специальные фрезы, все подбирается. Не работает с одной фрезой там под все это. Нет. Как говорится, все под одну гребенку. Нет, нет, нет. Максимально комфортно, уютно, хорошо. Можно посмотреть фильм, его либо Муз-ТВ, также у нас. Любую программу включить, попить чай, кофе. А, и также у нас есть процедура окраска бровей хной, краской, окраска ресниц. Также вот ламинирования пока нет у нас мастера. Если появится, то тоже это будет
процедура представлена и предложена. Угу. Хорошо вычищается. Вот таким вот, да, на каждый пальчик уходит по полминутки. Здесь, я считаю, не очень заросшая кутикула. Бывает прям очень-очень налипшая, поэтому я вот вам рекомендую следить за этим и приходить к нам. Мы вам всегда готовы помочь и всегда будем вам рады. Также процедуру маникюра, в дальнейшем педикюра, я вам говорила, сейчас все зависит от того, как мы разместим кресло, также будет акция маникюр-педикюр, что-то мы сделаем для того, чтобы было всем комфортно и удобно. Пришел и сразу две процедуры, и также можно и покраситься, и привести голову в порядок. Опять же говорю, что все по записи, но маникюр делают не только женщины, мы приглашаем и мужчин, и детей, детский маникюр также, так как у детей очень часто кутикула очень сильно нарастает на ноготь, и мамы даже не знают, что это не очень хорошо для ребенка. Пытаются сами как-то снять. Нет, не нужно. Для детей маникюр у нас стоит 200 рублей. Вот, естественно, это без покрытия. Вот, а если с покрытием, то только с разрешения родителей. Если это придет восьмиклассница, девятиклассница, то есть мама звонит, мы с ее разрешения покроем. Так, находимся мы вслед другую руку. Город Тверь, улица Оснобрюкская, 12, корпус 1. Это торговый центр ДА, который находится на территории Мичуринского жилого комплекса. Он здесь единственный торговый центр. Поэтому ждем вас всех по записи, по номеру телефона 8 952 062 37 07. И записываемся на все виды окрасов, на все стрижки. Как я уже говорила, работают у нас профессионалы и делают свое дело с любовью. Вы останетесь довольны. Также у нас есть вечерние стрижки, вечерние прически, стрижки уже это, вечерние прически, если вы собираетесь на торжество, можно это обсудить заранее. И даже заранее сделать, чтобы понимать не на словах, а покажет мастер. Это будет стоить не ту сумму, которую вы будете отдавать уже за полную прическу, 20% от нее, если вы хотите заранее посмотреть, что у вас получится. То есть мастер может вам показать. Работают мастера на краске Эстель, на итальянской краске. Как называется? Тэффи, наверное. Тэффи, да, Тэффи. Краска Тэффи, Эстель. Эстель Люкс есть, Эстель есть более такая бюджетная. Еще у нас в парикмахерской можно сделать ксерокопию документов. Один лист стоит 10 рублей. Есть и цветная ксерокопия, и черно-белая.
Расслабляем ручку. Расслабляем. Угу. Сейчас мы обработаем все ноготочки. Вот я их уже кутикулу подготовила под обрезание и под шлифовку. Все вычищается. Я что хочу сказать, что теперь жители Мамулина могут не искать нелегких путей, так как и в Глобус многие ездят, насколько я знаю, и сама там бывала. Приходите к нам, записываться предварительно, и тот же спектр услуг мы вам готовы предложить по более низким ценам и лучшего качества. Это я вас уверяю. И опять же я повторюсь, что для пенсионеров и для детей другой прайс. То есть вы всегда сможете, ну а для молодых и для немолодых, всегда сможете все обговорить с парикмахером предварительно. И окончательная цена уже будет между мастером маникюра, педикюра, парикмахера и клиента. А в связи с пандемией мы понимаем, что многие остались и без рабочих мест, а хочется быть подстриженным, аккуратно покрашенным. Это все решаемо. Сейчас я уже подготавливаю клиент к шлифовке кутикулы. То есть после обрезания, чтобы кутикула росла ровно, без заборчиков, которые любят оставлять мастера, я срезаю одним срезом. Все это потом, вот эта кожица, которая все это доработается. Естественно, женщины мы все очень много проводим в воде времени, так как и дети, и мужья, и готовка. Я обещаю, что вам будет максимально комфортно. Это не больно, это приятно. Если какие-то пальчики нужно нарастить, там поломали длину, также у нас можно прийти, мы все скорректируем и все сделаем. Тут я уже не могу вам рассказать, потому что когда ты работаешь с острыми предметами, уже особо и не поговоришь. Нужно быть очень внимательным, чтобы не поранить, не обрезать лишнего. Так как здесь ручки были, давно не были на маникюре, у нас есть кутикула, которую нам шлифовкой мы не уберем, поэтому я себе помогаю ножничками. Вот так вот.
Ну вот мы подошли к процедуре шлифования. Шлифуем мы всегда кожу, чтобы, потому что у женщин, у мужчин вот эти вот боковые валики очень-очень зарастают. И я вот максимально убираю кожу, чтобы это было приятно, красиво. Ну, естественно, чтобы это, внешний вид рук был идеален. Вот в таком формате у нас получается. Берем следующий накаток. Вообще с большими я работаю в последнюю очередь. Но здесь, так как нам клиентка разрешила снимать ее, вот, и хочется вам все показать, рассказать. Вот так вот получается максимально чисто и красиво. То есть мы уже подходим к этапу завершающему, к покрытию. Выбрали цвет вы? Персиковый. Угу. Сделаем персиковый. Перед покрытием я всегда покрываю базой. База Уна. Также это все немецкая, немецкая марка. И топ. То есть мы работаем на материалах люкс. Пальчик у нас слегка деформированный, но это ничего страшного. Он также похож на все остальные. Все-все-все лишнее мы убираем, чтобы пальчики были идеальные. Такие движения я делаю для того, чтобы прочистить фрезу, потому что фреза забивается, опять же, ногтевой пылью, и она может давать неприятные ощущения. Ну вот мы подходим уже к этапу покрытия гель-лаком. Я уже обрезала кутикулу. Сейчас мы еще несколько пальчиков отшлифуем шлифовщиком, чтобы это была идеальная кожа, было клиенту комфортно, удобно. Так вот, чтобы никакой птеригий не зашел, потому что очень часто приходят клиенты, говорят, у меня не горячо вам? Нет. Отошел материал. Вот. Ну, говорить про то, что мастер плохой, я, конечно, никогда не буду, я не знаю, что за мастеры. И в каждой профессии есть, опять же, и плохо, и хорошо. Правильно бывает? И настроение плохое, и что-то пошло не так. Поэтому судить. Бывает и материал, и также по состоянию здоровья. То есть гель-лак тоже не всем подходит. Бывают такие руки, что с тонкой ногтевой пластиной я и не возьму сделать, потому что это... Опять же, могут быть ожоги, а ожоги это через... ногтевую пластину будет кожа, правильно? Потому что гель-лак сушится под ультрафиолетовой лампой. А также у нас есть для женщин, которые не делают гель-лак, это есть такие, которые еще живут, как делали раньше лаки. У нас тоже есть небольшая палитра, представлена обычных лаков. Вот, который сушится не в лампе, а сушится воздухом, опять же, либо вентилятором. И пока вы идете домой, вы не можете никаких дел не делать, потому что это все сотрется и превратится в комки. Вот есть такой контингент людей, которые как бы пока еще не понимают. Также можно просто сделать гигиенический маникюр без покрытия. Он будет стоить 500 рублей. Для пенсионеров это будет стоить 350 рублей. То есть все предусмотрено, только записывайтесь. Записывайтесь заранее, потому что вы придете, и не очень хорошо, когда вы уходите, да? И мы, чтобы знали, что время, и вы. Так, я предлагаю вам помыть руки. Угу. Ручку. Угу. 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 Помыть ручку. Сейчас я вам дам
Угу. Протереть. Все инструменты у нас уходят, опять же, во вторник. Угу. Стерилизуем. На вторник? Да. Я приду к обеду и тебя позову. К обеду? А как я магазин оставлю? Мы его закроем, напишем объявление, что здесь и все. Не получится. Да, ну, значит, после восьми. Да. И сделаем. Так. Ага. Угу. Все, мы подготавливаем уже к тому, что мы будем покрытие делать. Угу. Вот про что я вам говорила, кто не знает, это ультрафиолетовая лампа, которая будет закреплять наш гель-лак. Клиент выбрал такой цвет. Вот это ли? Ага, хорошо. Угу, угу. Все. Который нюд. Угу. Кстати, сейчас очень актуально, да, именно нюдовые оттенки. И они у нас есть в самых последних вообще. То есть Nano Professional представили. Это называется майкап. Это последнее, что может быть вообще в сфере маникюра, педикюра, то есть в нашей. Так, это мы. Угу. Меняем. Угу. И я сейчас вам дам немножко другой, вот такой вот, который подойдет нам по размерам. Угу. Ставим. Угу. Клиентка выбрала натуральный цвет. Натуральный цвет мы будем прорабатывать вот такой вот. Угу. Есть такого плана. Есть. С блестками. Это тоже идет как топ вот такого. Красиво, мне нравится. Это будет более натуральный. Хорошо. Хорошо, я подготавливаю. Угу. Значит, мы этот убираем. Мы сейчас красиво сделаем. Руку сделаем так. Угу, мы убираем. Я за максимальную натуральность в лаках, чтобы максимально были натуральные компоненты. Также не использую ацетон, гидролики, потому что, ну, они разрушают, на мой взгляд, структуру ногтя, поэтому я работаю с натуральными материалами. Так, мы берем базу. Угу. Базу это мы уже убираем. Угу. Диск понести? Есть у меня все. Лампа у нас подготовлена к работе. Вот такой чистый маникюр у нас получился. Сейчас мы сделаем. Вообще я хочу себе очки хорошие. Да, чтобы максимально был чистый маникюр, потому что чем чище, вот опять же говорю, тем меньше, да, птериги ты оставляешь. А его как бы, ну, все равно бывает, что там где-то подустал,
незаметно, да, то получается очень чистый и, ну, практически рекламный маникюр. А, ну, если ты делаешь, как у нас и парикмахеры наши, и мастера маникюра и педикюра, у нас делают не на скорость, как я вам говорила, время рассчитывается 2:10. То есть сразу уходя из дома к нам, предупреждайте, что вас не будет столько-то, столько-то. И чтоб мастер не торопился, потому что спешка, она ни к чему не приводит. Сначала я делаю база. База, опять же, Uno Strong. Вот, наношу тонким слоем. Первый слой тонкий. Помогаю себе кисточкой, потому что весь прокрас у нас будет под кутикулу, максимально под кутикулу. Чем ближе вы к кутикуле подведете, тем лучше и качественнее будет отрастать. И комфортнее будет. То есть нужно обязательно прорабатывать под кутикулы. И, естественно, это будет очень-очень эффектно смотреться. Я считаю, что я все прокрасила. Ставим лампу. В аптеке не смотрю лампочки. Хочу поехать этот, на Тверская улица, центральная здесь в Твери называется, или как она? Ну, или там дорогие очки. Мне оправу надо, надо проверить. Я реально стала вот так вот это, в кучу. В любое. Так. Ну вот, если необходимо выровнять ноготь, ну здесь бы я, конечно же, выровняла и укрепила, потому что ногти достаточно крепкие, но я бы сделала здесь эстетически красиво, не просто ровные. Поэтому что я делаю? Я беру эту же базу, они просто смотрятся более, ну, как сказать, форму. Да, форму, то есть таким способом я укрепляю их. Укрепляю их в зоне, вот, в которой мы... А тем более правая рука, она вообще рабочая для женщины. То есть я ставлю капельку, и вот таким вот, подводя под кутикулу такими движениями, и растягиваю, как трусики. То есть это получается, он такой получается не как пирожок. Ну, небольшая такая форма, красивая. Вот, конечно, блины вам никто здесь не положит, и пироги тоже. Вы уйдете довольными и счастливыми. Если что-то не так, опять же, у нас есть гарантия. Если вы там ими не бились об стены, то это сразу видно, и профессиональный мастер увидит, что вы делали и как вы делали. Вот такую вот капелюшечку я еще поставлю, потому что клиентка немножко смазала. Я вот таким вот способом ее растягиваю. Немножко здесь смазала. А так как материалы люксовые, они ложатся довольно-таки, ну, изначально сразу достаточно хорошо. Вот, если, опять же, там клиент куда-то не залип, не телефон, я не против, как бы в телефонах можно одной рукой. То есть мы вот таким вот, никаких за... Стеков никаких, все должно быть максимально чисто. Я так проверяю на каток. Вот он мне чуть-чуть не нравится, потому что моя клиентка немножко его задела пальчиком. Так вот я выровняю его, чтобы все было идеально и круто.
потому как уже цвет ляжет и будет все максимально видно, если вы неровно положили. Поэтому я вам говорю, что у нас работают мастера, которые не сделают вам пирожков на ногтях. Еще раз можно? Угу. На мой взгляд, это идеальная, хорошая форма. Кладем в лампу. Угу. Стоп, можно. Один пальчик готов так, чтобы ни ваше время, ни мое, ни клиента. Я сейчас вам покажу, как лег. Вот. Ну, в основном всегда кладется два слоя. Вот если, даже если очень плотный, на мой взгляд, все равно нужно... Вот и опять же под кутикулу мы берем капельку и растягиваем, растягиваем, потому что маникюр очень чистый, и если мы не доведем капельку, будет некрасиво и некомфортно. Вот так вот раз, вот так вот два. В один слой у нас получается довольно-таки аккуратно и опрятно. Если что-то не дорисовано, мы дорисовываем это обязательно кисточкой. И все гель-лаки очень-очень вкусно пахнут натуральными ингредиентами. Это мне тоже очень нравится. Также делается массаж после маникюра, проведения процедуры маникюра, делается массаж. И клиент встает, уходит. Опять же, по желанию клиента, сейчас массаж входит бесплатно. Так как мы только открылись, мы хотим себя показать. Подарок. Мы хотим вам сделать подарок. Массаж рук. Вот, если вы будете делать окраску волос, вам в подарок будет окраска бровей. Также и массаж головы при мойке. Да, доехать к нам можно, если вы живете в Брусилово, либо в конце Мамулина ходят автобусы. И это очень приятно, что сейчас нет маршруток в Твери. Можно, ехав, наслаждаться большим панорамным окном, да, нашего района. Это очень красиво, и даже в Твери, когда едешь, это очень здорово. На сегодняшний день я считаю, что убрали все маршрутки, 70. Да? Да, маршрутка 204, 36 и 31. Они идут как из центра, как идут за Волги с перинатального центра. Ну, а вдруг кому-то мы понравились, и можно, да, как бы, как говорится, с Первомайского, да, с Первомайского района идет 6-я маршрутка, и 6-й автобус, да. Как он ходил, так и остался. Ну, так вот, поэтому приезжайте, мы вас ждем с нетерпением. Перед Новым годом желательно за 2 недели записаться. Это будет как бы 2, а то и 3, чтобы и мы понимали свой фронт работы, и вы также пришли и не ждали. И еще раз скажу, что ожидание у нас предлагается чай, кофе и конфеты. Поэтому ждем вас в гости. Торговый центр, да, район Мамулина, улица Оснобрюкская, 12, корпус 1, второй этаж. Вы нас найдете по стрелочкам фиолетовым, они будут с первого этажа указывать, куда вам идти. Спасибо за внимание, ждем вас. Дорогие жители Мамулина, родного нашего Мамулина, старого, родного Мамулина 2, района Брусилова, который за мной, нового микрорайона Мичуринский. Мы находимся в этом районе Мичуринск, в торговом центре, да, который находится у меня за спиной. От дороги это 100 метров, всегда есть парковка, если вы приехали на машине. Также от остановки в пешей доступности это 200 метров. Наша парикмахерская находится на 2-м этаже. Пока мы не думаем о названии, но мы надеемся, что вместе с вами мы к этому придем. Пока это у нас парикмахерская с широким
спектром услуг. Ждем вас в гости. Торговый центр, да. С левой стороны вы найдете дверь. На втором этаже находится наша парикмахерская. Мы вас очень ждем. И опять же, не забываем, что скоро Новый год, записывайся заранее. А чтобы понять наши услуги, нужно прийти и попробовать.